Председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо друзьям Китая в Бразилии. Оно стало ответом на недавнее послание, которое составили более 100 общественных деятелей и частных лиц южной страны. Они выразили признательность китайскому правительству, предприятиям и вузам за вклад в укрепление обменов и улучшение условий жизни в Бразилии. В ответном письме Си Цзиньпин призвал и дальше содействовать развитию отношений двух стран. Этот процесс должен быть непрерывным потоком, подобным Янцзы и Амазонке, привел поэтичное сравнение лидер Китая.